Ну неужели все так цинично? Абсолютно. Был бы человек, статья найдется. Не для протокола. Но мегает одна голова. Политические обещания надо выполнять. Да у него все равно кто-то есть. Узбеки компенсацию получат. Никогда нельзя показывать следствию, что у вас есть деньги. Они все заберут. А кому нужна эта правда, Алексей? Вот кому нужна эта правда, если твои дети страдают? Люди, если не умеют пить, не надо пить. В последнее время внутренние убеждения или убеждения телефонного звонка, они оказываются, собственно говоря, весомее, чем, собственно, сам закон.